Здравствуйте, уважаемые студенты. Дисциплина адвокатура Республики Казахстан. Тема удостоверение полномочий адвоката. Полномочия адвоката на ведение конкретного дела подтверждается удостоверением адвоката и письменным уведомлением о защите или представительстве. Форма удостоверения адвоката и порядок его заполнения разрабатываются и утверждаются Республиканской коллегии адвокатов. Лицо, статус адвоката, которого приостановлен или прекращен после принятия соответствующего решения, обязано сдать свое удостоверение в коллегию адвокатов. Письменному уведомлению о защите представительства должны быть указаны фамилия, имя, отчество физического лица, подлежащего защите представительству, наименование представляемого юридического лица, а также дата и регистрационный номер договора на оказание юридической помощи. Письменное уведомление о защите представительства подписывается адвокатом, осуществляющим защиту представительства. Форма письменного уведомления о защите представительства, в том числе перечень иных вносимых в него сведений, утверждается Республиканской коллегией адвокатов по согласованию с уполномоченным органом. За внесение в письменное уведомление о защите представительства недостоверных сведений адвокат несет ответственность, установленную настоящим законом и иными законодательствами Республики Казахстан. Полномочия иностранного адвоката, осуществляющего свою деятельность на основании соответствующего международного договора, ратифицированного Республикой Казахстан, подтверждаются документами, удостоверяющими личность, статус адвоката и его полномочия на оказание юридической помощи. Адвокат имеет право заниматься адвокатской деятельностью на всей территории Республики Казахстан, а также за ее пределами, если это необходимо для выполнения принятого поручения и не противоречит законодательству соответствующих государств и международным договорам, ратифицированным Республикой Казахстан.